Твой родной город в секторе Газа разрушен. Ты живешь в лагере беженцев. Это не причина, чтобы отказаться от свадьбы. Так решили палестинские молодожены Махмуд Ахзик и Шайма. Они устроили радостное мероприятие прямо посреди палаточного городка в Дейр-аль-Балах. Смех, песнопение, барабаны. Так проходит свадебная процессия в палаточном городке. Молодожены постарались поделиться частичкой радости со всеми, кто теперь вынужден жить вдали от родного дома, где нет практически ничего. Мы планировали сыграть свадьбу еще в октябре, но из-за бомбардировки Газа ее пришлось отложить, и мы оказались здесь. Мы не стали долго откладывать, и сегодня наша свадьба. Конечно, это радостное событие, но оно не совсем полноценное. Мы решили провести простую церемонию, чтобы принести радость нашим измученным сердцам, а также сердцам наших соседей и друзей, которые оказались здесь. Молодая пара уверена, что уже скоро они смогут построить дом и завести детей. В день свадьбы Махмуда и Шаймы всех угощали праздничным блюдом, но оно было без мяса. Причем рис удалось добыть с большим трудом. Но даже в таких условиях палестинцы радуются вместе с молодоженами.